Весна. Поистине чудесная пора. Природа пробуждается, птицы поют, как в последний раз. Просыпаются медведи и начинают активно бродить по лесу в поисках пищи. Ну и, конечно же, наши ненасытные росомахи продолжают хозяйничать в своих угодьях. Для всех животных весна – это период новой жизни. А для меня, как для охотника и любителя съемки дикой природы, это прекрасное время для фотоохоты. Для этого мне помогают фотоловушки. Я использую две фотоловушки от производителя Болимедиа. Одна из них бюджетная, вторая топовая. В общем, смотрите сами. Всем приятного просмотра!